Здравствуйте. Что вы думаете о гипнозе? О гипнозе, я думаю, ну, как бы мое отношение к гипнозу крайне отрицательное. Почему? Потому что у человека есть контролирующий центр. Контролирующий центр, разум его, да, который управляет функциями тела и так далее. Вот. При гипнозе этот управление от этого контролирующего центра передается другому человеку. Это, ну, если так грубо сказать, да, вмешательство в работу души, духа. А это недопустимо. Это недопустимо с любой религиозной точки зрения, это недопустимо с медицинской точки зрения, потому что вы можете получить такие болезни, которые не вылечит вообще никто. Да, и сказать, что гипнотизер контролирует ситуацию, это будет неправда. Гипнотизер – это продавец лотерейных билетов. Причем все лотерейные билеты с призами, и эти призы – болезни, проблемы, расстройства, психозы и так далее. Какой билетик вы вытащите, такой вам вот и считайте «повезло» в кавычках. Поэтому гипноз всегда, всегда, всегда оставляет негативный отпечаток на разуме человека плюс на здоровье человека. И убрать этот отпечаток сам гипнотизер не может. Специалисты, существующие в мире, там невропатологи, психологи и так далее, тоже не могут. Вот, убрать его будет очень-очень-очень-очень проблематично. Вот. В некоторых случаях я могу это сделать, но опять же не во всех.